Привет, друзья, подписчики мои. Сегодня кликбейт на роли, потому что мы себе пытаемся выиграть кайпуку от миньона в аппарате с игрушками за 10 рублей. Итак, мы зарядили деньги. Мы будем сейчас его делать превьюху. Сейчас я буду аккуратненько скринить. Нам надо его приподнять немножко и сфотографировать его в клешне. Так ни разу так не делал, кстати. О, сорян, секунду. Хайпука. Ну ладно, вы поняли концепт. Короче, если я выиграю, то я его сфотографирую прям так на превьюху. Если я его не выиграю, то я возьму скриншот из ролика. Ну вы, братан. Хайпука. А, кстати, да, друзья, я здесь играю уже не в первый раз. И ролик про этот аппарат, и что я тут уже выиграл, есть на канале, посмотрите его. Но сейчас мы с вами боремся за хайпуку, и мне кажется, мы его прикапукали. Прикапукали. Нам нужен только он. Нам не нужны вот это вот другое, все вот это там неинтересно. Нам нужен только хайпука. Ну, пожалуйста, смотри, как он четко падает в эту дырку. Здесь вон там еще один прикопан, но он тот не очень прикольный. Вот этот прям клевый, мне кажется, прям. Или они одинаковые, фиг его знает. Не, вроде разные. Такс. Он что клёк неудачно. О, хорош. Ну, хайпуку. Ну, ладно, хотя бы мы вытащили его из дырки, если им неприятный. Я думаю, что нам удастся просто... Слушай, а у меня есть план. Знаешь, что ни разу не делал? А что, если мы сейчас его схватим, смотри, и будем клешню... А, клешня больше не раскачивается. Нет, я думал, можно будет в процессе поднятия хайпуки немножко клешней побаловаться. Но не получилось у нас. Есть. Тащи. О, ты мой сладкий, ты мой сладенький пирожочек. Пирожочек, давай. Хорош. Ай, я не туда нажал. Я нажал. Ну, в принципе, я и так криво это сделал, поэтому, ребята, давай. Вперед. Хайпука. Ну. Ай. Мне кажется, ребята, мы еще больше его усадили. Ладно, слушайте, у меня есть план. Попытка последняя у меня осталась. Мы сейчас, рискуя всем, пробуем эту красную фигню убрать. Должно получиться. Да, отлично, мы сейчас его уберем. Это лунтик вообще какой-то ужасный. Нет, не получилось. Ладно, деньги есть, можно поиграть. Вперед. Главное играть, но не заигрываться, товарищи, друзья мои. Так, опа, ой, блин, цепануло. Ну, в принципе, я так и планировал. Что-то, короче, я его еще сильнее туда закопал. А я не помню, как так вышло, почему он зацепился-то, я не понял, я же грамотно. Вот, хорош, давай опускайся, цепляя лунтика, убирай его. Опа, в дырочку. Ну, ладно. Что-то... Не пойму я, в чем дело. То ли лыжи не едут, то ли я криворукий. Опа, хорош. Отлично. Бакса Банни еще хочу выиграть. Бакс Банни. Слушайте, вообще, по идее, он Багс, но может быть Бакс Банни. Такая типа аллюзия, аллегория, метафора. Типа того. Опа! Ребята, дабл. Почему? Почему ты мне не отдаешь игрушки? Дай мне все, что есть в тебе. Мне много не надо. Мне надо от этого кролика, хайпуку. О, кстати, мы миссию это выполнили. Мы убрали кролика, этого лунтика. Ну, подожди, теперь кролик тоже крутой. И он... Знаете, что он происходит? Он реальный, ребята. Опа, хорош. Отличный был захват, но не сегодня. Фух, ладно, будем возвращаться к хайпуке. Хайпука. Вы понимаете, когда вы говорите, вот ты кликбейтишь. Я согласен, ребят, но это же хайпука, то есть хайп, понимаете, да? По-другому никак не бывает в этой жизни. Только так, только вот, понимаете, я... Причем, кстати, на самом деле, вы не правы насчет меня. Я супер честный видеоблогер, на самом деле, в отличие от моих коллег. Я никогда не байчу прям совсем жестко откровенно. Миньон. Все, что надо? Поехали. Кролик Роджер. Ага, отлично. Вы видели, как он... Кролик какой, а? Выскочил. Ладно, давайте. Еще разочек. Ну нет, ладно, возвращаемся к хайпуке. Хайпука! Вперед! Опа! Вот, поэтому то, что да, иногда есть кликбейт, байт, но слушайте, а как без этого? То есть, так, понимаете, это же YouTube меня так как бы заставляет. Ну, по-другому вы ролики не смотрите. Хотя у меня сам... О, ну давай, хайпука. Ого, смотри, как он красиво лег. Заряжаем деньги. Деньги ушли, ребята, пробуем выиграть хайпуку. Хайпука.
вперед. Есть! Отличный захват! Тащи, братан, тащи, отдай мне хайпуку! Да что ты будешь делать? Ну куда ты? Ну что ты? Ну что ты за человек, аппарат? Ну так нечестно! Ну что ты? Ну, вообще! Ну вы поняли, да? Ладно, пофигу. Будем выигрывать. Знаете, что мы выиграем сейчас? Вот этого вот. У нас там и второй хайпука внизу лежит. Тот уже улетел. Ого! Вот это идеально! Вы видели, как это получилось? Вот это сейчас было просто огонь! Вы видели, как я его вытащил? Идеально! Ну, я, если честно, хотел вон ту синюю, это смурфик. Но получилось даже лучше, чем я... Опа! Давай, кролик! Кролик! Слушай, кролик вроде бы, он такой легкий, но при этом, блин, не достается. Так, ладно. Ничего, ничего, ничего. Ну... Ладно, соберись, соберись, соберись. Ладно, возвращаемся мы к хайпуке. Сейчас мы хайпуку, миньончик вот этого. Опа, аккуратненько. Ай, проскочил. Вы видели, да, проскочил. Он так хитро спрятался. Смотри, как он глазки меняет. Раз, и... Я, да, две игрушки выиграл уже. Правда? Да, они в рюкзаке лежат. Так, давай. Есть. Тащи, братан, тащи. Ладно. Хорошо. Спокойно, давай еще разочек. Так, идеальный захват. Видели, как он шлеп-папа. Ладно, что-то я подустал тут играть, у меня спина болит после самоката после этого. Ладно, давай. Так, есть. Да в смысле? Ну, пожалуйста. Туки-туки. Я хочу игрушку. Так, навелись. Давай. Давай, братан. Дырочку. Деньги кончились, заряжаем еще. Друзья, это мои последние 100 рублей, больше мне нет 100 рублей. Все. Давай. Сейчас мы аккуратненько. Нам нужен миньон. Так, спокойно. Я отойду, чтобы... Ай, не получилось, ладно. Ну, ты какой хитрый. Ладно, сейчас мы тебя выиграем. Того нет, ребят, того не достать. Сейчас мы ее... Расшатывается. Опа. Так, спокойно. Да что ты... Да в смысле... Ладно, это как половину видео, мы его ровно поставили. Все, красиво сейчас будет. Сейчас мы его заберем. Слушай, я просто не пойму проблему. Реально, он же легкий. Он же, в принципе-то, ничего не весит. Почему он не... Ну, давай. Он видит, да? Он буквально миллиметрик проносит и отпускает. Так, ну ладно, ничего страшного. Сейчас главное не зацепиться за ту штучку. Ладно, сейчас мы сделаем дело. Хорош и есть. Давай. Пожалуйста. Почему нельзя ругаться? Потому что меня YouTube наругает. Понимаете, да, если я буду ругаться, меня наругает YouTube. Так вот и живем. Ну, нет, это нет. Не надо так было делать. Ладно, давай. Люди смотрят три попытки и уходят. Тут такая красивая девушка зашла в магазин. Привет, я видеоблогер. Да в смысле? Да не надо мне ногу этого верблюда. Ну что ты творишь? Ребята, короче, походу... Сегодняшний ролик, я вынужден огласить, что он не удавшийся. Хайпуку нам выиграть сегодня, увы, не удалось. Я не понимаю, почему. Я 400 рублей сандалил сюда. 400. Да я не хочу. Да... О, ну! Есть, я уже. Я как будто сам сейчас. Я сейчас открою аппарат, залезу туда и достану себе хайпуку. Давай. Нет, только не лунтика, не цепь. О, ну, дай, да что ты будешь делать? Нет, ребят, это черный список, я тебе отвечаю. Черный список, этот аппарат заношу я, потому что, ну, бред какой-то. Это, я просто жалею, что мы могли 400 рублей попробовать выиграть что-нибудь другое. Реально, много прикольных игрушек, но, блин, я не понимаю, почему. Он очень легкий. Я за 40 раз, я его схватил четко, раз, наверное, 20. Ну, блин, да даже вот, ну ты что ты творишь со мной, аппарат, отдай хайпуку. Все, у меня последняя попытка, денег правда больше нет, и смысла тут не вижу, это реально кидалово. Черный список, по тебе плачет аппарат. Ну ладно, дам тебе еще один шанс. Нет, все, ребята, вот такой вот подписка, ставьте лайк, в следующий, всем пока-пока.